20-й год заканчивается. Что хорошего было в этом году у вас? Что хорошего? Да. Самоизоляция. Посидел, немножко почитал, занялся собой. Все. Что хорошего? Да. Не могу сказать. Не знаю, вроде все хорошо было. Единственное, что вот этот карантин, это ужасно просто было. Ой, ничего хорошего. Я была на даче все это время. До конца ноября. И вот приехала только, и вот то, что дача, вот мне это хорошо было. В этом году да было много хорошего, много плохого было. Ну, год как год прошел. Просто вот этот коронавирус, вот этот немножко испортил. А так год вроде нормального. Не вспоминается, что-то хорошее было. Наверное, ковидом не болели. Или болели, там прошло. В этом году трудно сказать. Ничего нам не приходит хорошего. Ну, самый главный вопрос, это вот в октябре месяце, который произошло. Ну, как бы сказать. Для вас это хорошо? Вы думаете, что это принесет что-то? Ну, наоборот, вот с другой стороны, да вот. Ну, посмотрим, как произойдет, вот выборы скоро, вот, что как. Как бы это произошло, но вы еще не определились, ну, хорошо это или плохо. Да, может, там вот что-то там изменится, может. Что как надежда посмотрим. Подается. Да, вот надежда есть, да.